Ревматологическое отделение 4-й больницы – единственное на всем Черноморском побережье. Десятки пациентов каждый день под чутким наблюдением всей команды. Те, кто попадает сюда, не устают перечислять достоинства тех, кто взялся за лечение. В палатах чисто, врачи профессиональны, персонал внимателен, а главное – лечение эффективно. Я все-таки не психолог, но в жизни много повидал. Моментально им их коллеги с других отделений моментально идут навстречу, принимают вне очереди их больных. То есть это говорит о том, что их в этом коллективе больницы очень пользуются уважением. Я так могу думать. Коллектив отделения один из самых крепких. 30 лет бок о бок занимаются важным делом в родной больнице. Я люблю эту больницу. Мы начали работать во второй больнице. И в связи с реорганизацией в 1988 году нас перевели в 4-ю больницу. И с тех пор мы работаем единым коллективом также в 4-й больнице. Он нам стал родным. Мы даже не представляем, какое-то другое учреждение для работы дальнейшей. Такой же настрой и у молодых специалистов. Кстати, желающих сразу после вуза оказаться в команде сочинской четверки немало. Тем более, что здесь оказывают максимальную социальную поддержку. Еще один плюс – это работа в одной из самых технически оснащенных больниц России. Поэтому и команда здесь сплоченная. Дело в том, что отделение гемодиализа в 2018 году только будет отмечать свое трехлетие, то есть трехлетие с момента начала работы. Поэтому коллектив у нас как образовался в тот момент, вот так он и работает, сплоченный молодой коллектив. Лечение пациентов не терпит отстраненности. Врач не обойдется без медсестры, не будет идеальным процесс и без санитара. О том, что каждый из этих людей уникален и важен, никто даже не задумывается. На 55-летие больницы пришлось оторваться от дел. По случаю юбилея, торжественное награждение и концерт. У многих слезы на глазах. Диплом от имени главы города, где прямо и написано «За особый вклад», как неожиданное и приятное признание. Больница – это прежде всего не хорошее крепкое здание, которое у нас есть, прекрасные медицинские технологии, супер новейшее оборудование. Конечно, нет. Прежде всего, это люди. Среди почетных гостей – главные врачи прошлых лет, заслуженные доктора теперь уже на пенсии и, конечно же, молодежь. Медики 4-й больницы сохраняют преемственность, общаются, советуются и обсуждают работу. Здесь говорят, бывших врачей просто не бывает. Создавались традиции, внедрялись школы врачей, и в настоящий момент действительно 4-я городская больница является многопрофильной клиникой, в состав которой в этот юбилейный год вошла 2-я городская больница. 55 лет – рекордный возраст для больницы с такой историей развития, от простого медучреждения до многофункционального медицинского центра. И все это стало возможным только благодаря тому, что с самого начала за дело взялись профессионалы с большой буквы. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.